Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать про упражнение для эффективного выхода под мяч при нападающем ударе. Меня зовут Егор, я тренер Русволий. Начинаем! Итак, для правильного выполнения нападающего удара нам необходимо грамотно выйти на мяч. Что значит грамотно? Во-первых, мяч у нас должен быть перед собой, да, на расстоянии вытянутой руки. Поймать мы его должны будем в наивысшей точке прыжка и ровно перед собой. Не слева, не справа, не где-то за головой, да, а еще раз повторюсь, перед собой. Также важную роль играет прыжок. Он должен быть вертикальный, то есть мы должны приземлиться в том же месте, где и отталкивались. Ошибкой будет, если мы будем лететь вперед и пролетать какое-то расстояние. Сейчас я покажу вам упражнение, которое поможет вам научиться правильно выходить под мяч. Для выполнения данного упражнения нам необходим напарник, который стоит под сеткой с мячом и набрасывает мяч нам к сетке, имитируя передачу. Наша задача – выполнить разбег, прыжок и поймать мяч наверху, на вытянутых руках, перед собой. Пробуем. Вот сейчас было неправильно. Объясню почему. Мы не успевали к мячу, и нам пришлось, чтобы его догнать, прыгать вперед, да, пролетая какое-то расстояние. И из-за этого высота нашего прыжка, высота нашего съема сразу значительно уменьшается. Любите волейбол и тренируйтесь вместе с Русволий.